И я также призываю всех жителей Могилевщины прийти и сделать свой выбор. Все, спасибо. Мы сегодня голосуем не только за обновленную Конституцию, мы голосуем или мы выбираем будущее нашей страны. Причем будущее на десятилетия вперед. Будущее для наших детей, будущее для наших внуков. Конечно, мы должны выбрать то, чтобы наша страна была сильной, независимой, суверенной и процветающей. И еще раз призываю всех граждан Могилевщины прийти и сделать свой выбор за сильную, процветающую, независимую нашу страну.